Что касается отчетов, можно выбрать вот здесь вот вкладку «Отчеты». И у нас здесь очень много, очень-очень-очень много отчетов. Какие отчеты нам нужны для непосредственно управляющего гостиницы? В первую очередь, отчет по уборке, это даже во вторую очередь. В первую очередь нам нужен отчет по дням. Соответственно, у нас есть кассовый отчет, это именно отчет по кассе. Есть рестораны, если у нас есть ресторан. Есть по гостям, это именно форма пятая. Пятая форма, это как раз таки форма для ПМС, если гости дают нам паспорт только для записи. То есть мы можем переписать данные паспорта, а потом отправить их в ПМС уже. Если, допустим, мы их не сканируем. При заезде, напоминаю, нам нужно обязательно паспорт отсканировать для того, чтобы потом гости зарегистрировать в ФМС. В том числе и к русскоязычным гостям это относится. Что касается здешних отчетов, то нам нужен вот это вот. Вот эта вот вкладка, вкладка по категориям, отчет за смену в самом низу. Нажимаем, здесь у нас предлагает выбрать дату и время. Время у нас уже автоматически выбирается для 8 часов, обычно всегда. Показать делаем, у нас показывается все необходимое. То есть это поселение за смену, можем выбрать вообще за любую дату. Вот так вот. Поселение за смену. Здесь же сразу показываются, какие номера, какие гости, когда заезд, когда выезд, и какие номера комнат. Какие были платежи за смену, также показывается. И за что платежи. Это также мы все выбираем. Тут у нас либо карты, либо наличными. Ну и, соответственно, дальше продажа доп. Услуг. Дальше администратор, который на смене. У нас сразу фамилия, имя, отчество. Администратор непосредственно в данном ключе. Это все мы можем распечатать. Во-первых, мы это можем сохранить в любом типе файла. Также можем распечатать, потом поставить подпись здесь. И вот этот отчет у нас всегда, в нашем случае, он для простоты и удобства отправляется в WhatsApp, в общую группу администратором каждый раз при заступлении и уходе со смены. То есть у нас, допустим, заступление на смену в 9 утра, то есть в 9 утра администратор делает отчет. И при уходе со смены, там, допустим, в 9 вечера, также в 9 вечера отчет. Ночные администраторы делают два раза. Они делают отчет за смену 12.00. То есть точнее, сначала делают в 9 вечера, когда приходят. Далее в 0.00. В полночь они делают так же. И далее в 9 утра, когда они уже уходят. То есть, ну, допустим, в 9 утра. Может быть, там в 10 приходит администратор или в 8. В зависимости от этого. И обязательно все эти отчеты у нас сохраняются как в фронт-деске. То есть, за любую дату мы сможем посмотреть. Так и в WhatsApp. Потом можно будет всегда контролировать. Удобнее это делать в WhatsApp, конечно же. То есть, чтобы не заходить в фронт-деск. Поэтому всегда все отчеты у нас скидываются в WhatsApp. Это что касается отчета за смену.